Здравствуйте! Мы студентки первого курса факультета социально-педагогических технологий. Кушнир Ангелина и Авраменко Наталья. Сегодня мы покажем, как сделать открытку на 9 мая, чтобы порадовать своих близких и ветеранов Великой Отечественной войны. Для открытки нам понадобятся ножницы, цветная бумага, линейка, простой карандаш, клей-карандаш, маркеры и заготовки. Из оранжевой бумаги вырезаем ленту шириной 2,5 см и наносим черные полоски. Из шаблона вырезаем звезду. Закрашиваем контур звезды черным маркером. И приклеиваем к красному картону. Вырезаем полученное основание. На белой бумаге схематично изображаем цветок. Вырезаем 11 бутонов. Центр закрашиваем желтым маркером. Из зеленой бумаги вырезаем листики. По форме они напоминают овалы с заостренными кончиками. Приклеиваем заготовки и цветы к открытке. Размещаем на поделке заранее вырезанную птицу. Вот такая поделка у нас получилась. Подарите ее своим бабушкам, дедушкам, ветеранам Великой Отечественной войны.